История развития атомной отрасли Заречного в фотографиях. В городе открылась фотоаллея, посвященная 70-летию создания атомной отрасли. Материалы для экспозиции подготовили сотрудники музейно-выставочного центра Заречного. Одна из задач этой выставки – отдать дань памяти и уважения тем людям, которые стояли и у истоков атомной отрасли, и были первостроителями города-завода, ну и тем, кто по результатам своего честного и добросовестного труда заслужил высокие государственные награды. Вот им посвящены отдельные стенды этой экспозиции. Эта отрасль дала рождение нашему городу. Поэтому я вот с большим удовольствием здесь присутствую, смотрю на детишек, которые сейчас вот будут получать очередные какие-то знания о нашем городе, и радуюсь, потому что это наше будущее. И то, что они пройдут, посмотрят, каким было прошлое нашего города, здесь оно изложено. На открытии фотоаллеи были приглашены учащиеся школы номер 226. Их познакомили с историей градообразующего предприятия, с руководителями завода и выдающимися деятелями атомной промышленности. Рассказали о создании атомного оружия и строительстве первых атомных электростанций. Атомный реактор, да? И здесь видите вот этот вот как раз ураново-графитовый стержень. Здесь находится вот это радиоактивное вещество, которое при распаде и дает электроэнергию. Школьники с интересом слушали экскурсовода и узнали много нового. Я узнал новых героев Советского Союза. Я узнал, что атомная бомба была очень опасна. Еще есть царь-бомб. Если мы две таких взорвали, то наша планета раскрылась бы на две части. Еще я узнал, что в нашем городе жили очень много героев, которые их изобрели. А интересна ли для тебя эта тема атомной отрасли? Для меня это интересно, и я хочу узнать еще больше об этом. С историей атомной отрасли Заречного теперь могут познакомиться все горожане. Экспозиция размещена на стендах, установленных вдоль пешеходной дороги от кинотеатра «Россия» до универмага. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».